Здравствуйте, дорогие друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же моряк, и это фокусы от моряка.ру. Я снова рад приветствовать вас на нашем судне, на моем судне. Сегодня у меня для вас будут не фокусы, сегодня у меня для вас будут три лайфхака с картами, с помощью которых вы можете всегда выигрывать деньги у своих оппонентов. Итак, для того, чтобы сыграть в эту игру, первая игра у нас будет, да, нам понадобятся все тузы, все двойки, все тройки, все четверки, все пятерки и все шестерки. Я буду играть, как обычно, с оператором. Уважаемый оператор, задача игры – это первым набрать 31 очко. То есть мы можем использовать любые карты, например, я кладу 2, ты кладешь 6, да, 8, я кладу тем 3, это уже там 11, да, и, короче, задача первым прийти к 31. Ну, для того, чтобы игра у нас была интереснее, давай мы с тобой кое-что на кон поставим, чтобы, скажем так, лучше игралось. Обобрать меня хочешь? Конечно, хочу набить свои трюма золотишком. А туз сколько стоит? Туз 1 очко, то есть 1 очко, 2, 3, 4, 5, 6. Итак, кто первый начинает, выбирай. Давай дама начнет. Ну хорошо, дама так дама, погнали. О мой бог, шестерочка, хороший ход. 10. 11, да, у тебя? 17. 18. 24. 25. 31. Это было очень, очень легко. Тебе просто повезло. Радость моя. Давай еще разулю, наверное, мы сыграем с тобой. Давай все вернем в исходное. И ставь, что у тебя там осталось в закромах твоих дамских. Я так понимаю, что мы поровну ставим. Да, это неплохо, неплохо. Так, ну что, кто сейчас начинает выбирать? Ну давай ты начнешь. Я начинаю, окей. Итак, бл-бл-бл-бл, давай. 3. 9. Неплохой ход. Так, 10. 15. О, мой бог. Давай, 17. 20. Черт возьми, давай 24. Опять ты... 26 и... 31. Это было крайне легко, радость моя. Ну что, еще разулю или хватит? Я думаю, я и так уже осталась без денег. Без денег? Ну хорошо. Так, ну что ж, друзья, это был первый способ, как всегда, выигрывать деньги. Он очень простой, сейчас я вас ему обучу. Собственно, мы и переходим к обучению. Итак, друзья, давайте же рассмотрим, как выполняется первый вот этот вот способ, как всегда, выигрывать. А для того, чтобы показать этот трюк, я буду использовать крапленые карты Keeper, которые, кстати, есть в моем магазине. Всем тем, кто еще не в курсе, у нас есть теперь свой магазинчик, вы можете зайти, посмотреть и, конечно же, отовариться, закупив любимые карты. Ссылочка, как обычно, будет в описании. Итак, друзья... Давайте рассмотрим, значит, этот метод. Смотрите, метод на самом деле элементарен. То есть изначально вы предлагаете человеку сыграть с вами в игру, да? Ну, таким тоном, как в фильме «Пила», да? «Я хочу сыграть с тобой в одну игру». И предлагаете, значит, сыграть, вот, скажем так, в 31, то есть кто раньше наберет 31 очко. Выбирает зритель, кто будет ходить первым, да? То есть можно класть любую карту, допустим, там, один... Там следующий положил двойку, там 3, да, следующий положил четверку, там 7, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот эти вот очки складываются, и кто первый приходит к 31, тот побеждает. Но всегда приходить будете именно вы. Почему? Да потому что вам необходимо знать простейший секретик. Запомните, как звучит этот секретик. 3, 10, 17, 24. Еще разок. 3, 10, 17 и 24. То есть это ключевые точки, которые должны закрыть именно вы в процессе этой самой игры. Например, к примеру, первый ходит зритель. Он пошел, например, 1, да? То есть вот он положил 1. Давайте сюда положу.
Он, например, пошел вот так вот, да, один. Вы, зная, что ваша ключевая, первая ваша ключевая точка – это 3. То есть вам необходимо ее закрыть. Изначально зритель может пойти, конечно, из шестерки, да, получается, что он перепрыгнет ключевую точку. Тогда следующая ключевая точка – это 10. Вам надо положить будет 4. В общем, запомните, тройка и постоянно прибавляется по 7. То есть 3 плюс 7 – 10, плюс 7 – 17, плюс 7 – 24. Вот, в принципе, запомните элементарно. 3, 10, 17, 24. То есть все время плюс 7, плюс 7, плюс 7. Итак, например, зритель пошел с туза. 1 очко. Ваша задача запрыгнуть на тройку. Вы кладете двойку. 3. Первая ключевая точка пройдена. Допустим, зритель там следом кладет четверку, да? То есть 3 плюс 4. Сколько? 7. Вам необходимо закрыть десятку, поэтому вы кладете 3. Получаете 10. Правильно? 1, 3, 7, 10. Например, зритель пошел с туза. 11. Ваша следующая ключевая точка – это 17. Поэтому вы кладете шестерочку. Получаете 17 очков. Далее зритель ход. К примеру, он кладет там, ну пускай пятерку, да, то есть 17 плюс 5 получается 22. Ваша ключевая точка 24. 22. Значит, вам необходимо положить двоечку, да? Кладете двойку и закрываете следующую ключевую точку, это 24. Зритель ходит, например, шестерку кладет, получает 30 очков. И вы завершаете это дело, положив туза и получив 31 очко. Вот такой вот очень простой метод, которым вы всегда будете выигрывать, чтобы ни шло. Главное, помните, что именно вы должны закрывать ключевые точки. Даже если что-то пойдет не так изначально, и вы собьетесь, последние две вам необходимо закрыть. Ну что ж, друзья, на этом первый способ подошел к концу. Переходим ко второму. Итак, друзья, мы продолжаем, и на очереди очередной способ, как всегда, выигрывать, используя колоду карт. Ну, в этом случае нам понадобится не колода, а всего лишь раз, два, три, четыре, пять, шесть карт. Итак, смотри, твоя задача сейчас – это с помощью одной карты поднять остальные карты. Но нельзя, например, положить их все в одну стопку, одну вот так поддеть и поднять, да? То есть так делать нельзя. Жаль, очень жаль. Да, это было бы очень просто-просто. Ты можешь взять одну карту, на нее положить можешь один раз лишь вот так вот, целиком карту. Либо так, либо вот так. А последующие карты должны ложиться не более чем на одну треть. Например, вот ты положила вот одну, да? Не более чем на одну треть. То есть вот так, вот так, вот так. Вот так можно. То есть наполовину уже нельзя. Угу. То есть только на одну треть. Итак, для того, чтобы игра шла веселее и забористее, я предлагаю сделать небольшие ставочки. Прям по тысяче. По тыщенке. Люблю я эти картинки с изображением Ярославля. Ладно, давай, приступай. Так. Условия тебе понятны, да? Давай, я посмотрю. На одну треть прям? Да, прям на одну треть. Вот так, да? Ну да, да, да. Это прям чудо инженерной мысли. Вот так или вот так, да? Вот так можно. Ну, а вот так? Да не больше половины. Вот так можешь, да, это одна треть. Это уже вот так вот. Это ты уже ближе к половине. Надо его сюда сдвинуть. Ну, половине, давай считать. Одна раз, треть. Два, о, три. О, одна треть вот как раз лежит. Так, одну эту я еще не использовала, да? Которую да, целиковую ты еще не использовала. Еще на одну треть, да? И на одну треть. Блин, вот она лишняя, ведь я подниму. И вот так можно положить, да? Как? Вот так можно? Ну, в принципе, одна треть, да. Можешь класть. Куда ты ее так задвинула-то далеко? Вот так вот. Даже не знаю. Вот так. Вот так одна треть, да. Вот так одна треть. Хитрец какой. Че хитрец? Так. Да это элементарная задача, первый класс. Элементарная задача, первый класс. Вот так, да? Вот, да. Вот это одна треть. Вот так можно. Можно. Ну вот так, да? Это, ты вот так ты будешь. Ты прям в первом классе так развлекался. Конечно. Да? Я дурил своих друзей так. Своих дружков. Но это ты половину уже положил, смотрю.
Хотя, ну хотя ладно, да вот так вот можно, вот так. Я не хочу вот так, я хочу вот так. Ну смотри. Ну ты их за половину уже положил. Ну сделай, девушки. Нет, нет, есть игроки. Нет мужчин и женщин сейчас здесь, здесь есть игроки. Давай. Алле! Можно, можно, да? Можно, давай. Алле! Оп! Давай еще посмотрим, как ты справишься. Смотри, как это дело будет делать моряк, смотри. Итак, я беру одну карту. Все по-честному. Кладу на нее целиковую карту. Прям сразу используешь такой козырь. Да. Далее, я положу одну карту так. Даже не на одну треть, видишь? Дальше я положу карту так. Дальше я положу одну карту вот так. Подсовывать было можно. Как бы это никто не запрещал, пожалуйста. И одну карту я возьму вот так, подсуну. Вот так. А теперь я берусь всего лишь за одну карту. И вот так вот поднимаю их все. Вот, пожалуйста, можно покрутить. Но надо осторожно, конечно, ибо это все дело может рассыпаться. Но, тем не менее, я поднял, а ты нет. Вот такой вот. Легкое бабло. Ну что ж, друзья, давайте разберемся, как выполняется второй способ. Для второго способа нам потребуется всего лишь 6 карт. И это просто находка для тех людей, у которых нет колоды в 54 карты, а есть только 36. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6 карт выберем. Вы берете и предлагаете зрителю сыграть с вами в одну игру. Вы предлагаете ему взять одну карту и с ее помощью поднять остальные. Но сразу говорите, что нельзя делать вот так, потому что это очень просто, да, естественно, любой дурак справится. Но помните, что вам нужно будет одну карту положить вот так, чтобы собрать этот крест. Поэтому изначально, давая вводный зритель, вы скажите, что одну карту ты можешь положить полностью на карту. Либо так, либо так. Но остальные карты должны класться не более чем одной третью. Не половиной, а даже одной третью на карту. Вы справитесь даже без этой одной трети. Зритель, может быть, он как-то там изловчится и поднимет это. Хрен с ним. Но он будет долго с этим мучиться. А ваша задача будет очень проста. Скорее всего, зритель, конечно, не справится. И тут выступаете вы. И говорите, смотри, мой друг, все делается просто элементарно. Кладем первую карту, на нее вот так вот крестиком кладем вторую карту. Третью карту кладем вот на этот выступ. Четвертую карту кладем вот на этот выступ. Пятую карту, вот эти карты прижмите для удобства. Мы ее подсовываем вот так вот. Снизу, да? Ну, можете сверху, можете снизу, как бы без разницы. Ну, я подсовываю снизу вот так вот. Снизу кладем, подсовываем. Видите? То есть она у нас держится и держит, получается, этот край. И потом мы берем шестую карту и также подкладываем ее снизу под эти. А уголочки у нас вот так вот выпирают. Обратите внимание. После чего вам необходимо просто взяться за центральную карту и поднять этот крест. Вот такой вот способ, как поднять 6 карт, используя только лишь одну карту. Но поосторожнее, конечно, с крестом, особо его не мотайте. Сначала поднимите, зафиксируйте ваш триумф, а уж и потом можете вот так вот попытаться перевернуть. Иногда получается перевернуть. Ну что ж, друзья, это был способ номер 2, и мы с вами переходим к третьему. Итак, друзья, мы продолжаем, и на очереди третий способ. И для этого мы с вами возьмем колоду, немножечко ее подтасанем. Ты наверняка что-нибудь подтасовываешь сейчас. Нет, ничего не подтасовываю. Я тоже тогда подтасую. Да. Я, конечно, не умею там по-крутому тусовать. Я тоже не умею по-крутому. Я вот так. Ну, просто. Нормалек. Отснимем, да? Да, да, да. Все. Смотри, теперь... Твоя задача – это взять небольшую стопочку карт из этой колоды. Небольшую, да? Да. Взяла. Точно так же беру я какое-то определенное количество карт. Эти карты нам, в принципе, не нужны, можно их даже убрать, чтобы не мешали. То есть твоя стопочка, моя стопочка. А вот теперь смотри. Я
Сейчас скажу, насколько карт в моей стопке больше, чем в твоей. Но для начала нам надо карты посчитать. И да, кстати, мы забыли сделать ставки для того, чтобы интереснее игралось. Давай поставим по 500 рублей. Ты точную цифру скажешь, насколько в твоей колоде больше, чем в моей карте. Да, да, да. Ну, давай. Я скажу тебе точные данные. Готово? Считай свои карты, а ты я посчитаю свои. Ты не подглядывай тоже. А я свои буду считать. Ты не мои, не подглядывай. Итак, я сейчас уверен, что в моей стопке ровно на 6 карт больше, чем в твоей. Ровно на 6 карт больше, чем в твоей. И еще на столько карт больше, чтобы я мог досчитать до 20. Не поняла? Еще раз объясняю. Вот смотри, в твоей стопке сейчас есть определенное количество карт. Угу. Ты посчитала, ты их знаешь, да? В моей стопке карт больше, чем в твоей, на 6. И еще настолько, чтобы я досчитал потом до 20. Поняла? Ну, будем думать, что поняла. Так, ладно, смотри. В твоей стопке сколько карт? Считай. 18. 18, ну считай, считай. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, да? Смотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Далее я сказал больше на 6 карт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И ровно настолько, чтобы я мог досчитать до 20. 18, 19, 20. Это я забираю. Давай еще ставочку. Давай уже поинтереснее ставочку поставим вот так вот. Дадим тебе возможность отыграться. Можешь потасовать, подснять, пожалуйста. Да, смысл сразу мы числа считаем. Ну, смотри. Итак, твоя задача взять стопочку карт. Небольшую. Точно так же беру я. Это можно убрать. Считаем карты. Итак, смотри, я сейчас могу с уверенностью сказать, что в моей стопке карт больше на 8. И ровно настолько, чтобы я мог досчитать до 18. Сколько в твоей стопочке карт? 8. 8? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь карт. Смотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Больше на 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И ровно настолько, чтобы я мог досчитать до 18. Правильно? Здесь было 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. В чем же подвох, понятно? Это я забираю легкое бабло. Итак, друзья, давайте разберемся, как же выполняется этот третий способ. На самом деле все элементарно. Выглядит как будто бы какая-то такая прям вау магия. На самом деле все очень просто. Вам необходимо знать простейшую формулу, которая в первом классе, наверное, даже ее еще не проходит. Точнее, проходит. Короче, вам надо просто уметь вычитать числа одно из другого. Вот и все. Срабатывает все само. Все само срабатывает. Итак, вы предлагаете зрителю спор, да, ну, чтобы у него выиграть. И просто говорите ему: спорим, что мы с тобой сейчас возьмем по стопочке карт, и в моей стопке будет больше, причем настолько, насколько я скажу, на это число, на эти числа там, да. Ну, про числа лучше не уточнять, да, потому что там все-таки не одно число играет. Просто скажите, ровно настолько, насколько я скажу. Зритель, конечно, думает, ну, давай попробуем, да. На кон ставится там по 1000 рублей, и... Скажите зрителю, возьми небольшую стопочку карт. Именно скажите небольшую, чтобы он не начал брать там половину, да. Вам надо, чтобы он взял небольшую стопочку, ну где-то там вот. Если колода 54 карты, да, ну там 12-15, да. Если колода 36 карт, ну там 10 край, да. Итак, зритель, например, берет небольшую стопочку карт. Вы смотрите, сколько он берет. Ваша задача взять побольше, чем у него.
Итак, зритель взял свою стопочку. Мы пропалили, ну, про это, заметили, сколько он берет. И берем чуть-чуть побольше, да? То есть я беру побольше карт. Все, я взял стопочку, зритель взял стопочку. Теперь вы говорите, что сейчас мы посчитаем карты, и я скажу, насколько карт в моей стопке больше, чем в твоей. Считаем карты. Вы считаете свою стопку, зритель считает свою стопку. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 карт у меня. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 карт у зрителя. 16 и 9. Теперь вы говорите. Зритель еще не называет вам свое число. Вы не знаете, сколько здесь карт. Вам главное знать ваше количество. У вас 16. Так вот, смотрите теперь. Вы говорите, что сначала вам в уме надо сделать вычитание. 16 карт. Выберите любое число, которое вы отнимете от 16. Например, вот для меня сейчас идеально отнять там 5 или 6. Если вы решили отнять 5, то есть получается 16 минус 5 – 11. То есть нам необходимо именно то число номер 1 – это количество отнятых карт, число номер 2 – количество оставшихся карт. Например, я буду брать 5. Значит, 16 минус 5 – 11 остается, да? Мои числа – это 5 и 11. И вы говорите зрителю следующее. Спорим, что в моей стопке карт ровно на 5, да, я решил первое мое число – 5, ровно на 5 больше, чем в твоей, и еще настолько же больше, чтобы я мог досчитать до 11, то есть до моего второго числа. Окей, говорит зритель. Вы говорите, сколько у тебя карт? Зритель считает при вас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 карт. Окей, говорите вы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 карт, как у тебя. На 5 больше. 1, 2, 3, 4, 5. И ровно настолько, чтобы я мог досчитать до 11. 9, 10, 11. Вот такая вот, такой вот хитрый способ. Кое-что вы немножечко не уточнили для зрителя, но ничего страшного. В любом случае вы будете в выигрыше. Вот такой вот третий способ, как всегда выигрывать, используя всего лишь обычную карточную колоду. Ну что ж, друзья, на